рады то, что мы вступаем в Российскую Федерацию. Появляются новые возможности, новые дороги открываются у студентов, у преподавателей в том числе. Огромное вам спасибо. Действительно, мы 5 дней трудились, 5 дней переживали, 5 дней не спали. Все-таки наше будущее с вами будет защищено, потому что мы входим в Российскую Федерацию, в свою вот ту семью. Сентября 2022 года. Референдум закончен. Ведется подсчет голосов. Мы в России. Ура! Я всех-всех поздравляю с этим прекрасным праздником и завершением этой огромной работы. Спасибо.